Летом о зиме не печалятся, ведь она всегда возвращается. И под солнышком веселей протекает нашей жизни ручей. А мы все бежим, все торопимся, только вот назад не воротимся. Так куда, скажите, спешить? Уж пора не собираться, а жить. Добрый вечер незнакомым и знакомым. Добрый вечер. Добрый вечер всем в дороге, кто и дома. Добрый вечер. Добрый вечер людям возраста любого. Добрый вечер. Добрый вечер, пусть останется тепло от нашей встречи. Человеческие желания, женщины, друзья и компания. Согласитесь, лучше жить, чем быть дома, телевизор смотреть. Только там, где люди встречаются, балагурят, шутят, влюбляются. Правда, на душе хорошо, всяк имеет в жизни то, что нашел. Добрый вечер незнакомым и знакомым. Добрый вечер. Добрый вечер всем в дороге, кто и дома. Добрый вечер. Добрый вечер людям возраста любого. Добрый вечер. Добрый вечер, пусть останется тепло от нашей встречи. Добрый вечер незнакомым и знакомым. Добрый вечер. Добрый вечер, пусть останется тепло от нашей встречи. Добрый вечер. История нашего знакомства банально проста. Мы с Федей земляки и знакомы с юности. Лет 17, наверное, да? Да, уже больше, наверное. Больше это значит, что с 15, что ли? С 14. Ну да, с каждым годом у нас все прибавляется, количество лет нашей дружбы. Вообще, это большое счастье, я вам скажу, когда столько лет Бог или судьба подарила нам просто дружбы, а плюс еще и работа, это, я вам скажу, дорогого стоит. Вообще, первый раз я Федьку увидел, по-моему, был такой ансамбль «Рябина и ягоды» под руководством Валеры Протасевича в Перми во Дворце культуры Гагарина. Ну, мы оба играли на танцах уже к тому времени. Только в разных местах. Да. А поскольку город Пермь небольшой, миллионник, и музыкантов там не так уж и много, да, и все друг друга знают. Поэтому друг друга. Точную дату и время до минуты я не могу сказать, когда мы познакомились, но я предполагаю, что это было очень давно. А, ну, всяких историй было много интересных. Федя уже уехал, значит, работать в Москву, а я приехал как-то, ну, по делам тоже в столицу, и даже некуда было. Гостиница тогда, это была мечта, туда было не попасть. И я, значит, названиваю всем своим друзьям из телефона автомата, да, не было мобильников, по 2 копейки у меня целая горсть, как с паперти. И я, значит, бросаю эти двушки и звоню всем, куда-то на ночь определяться. Ну, спать надо или на вокзале, значит, или где-то кому-то звонить. И звоню, смотрю, идет какой-то пижон такой в дубленке, в сапогах таких, казачки были. Ну, вообще весь такой. Я что-то смотрю, Федя. Я так, Федя, аж трубку забыл повесить. А ты звонил мне, ты рассказывал. А я ему и звонил как раз. Чтобы это, ну, типа, Федька, негде переночевать, грубо говоря. Возьми на ночлег, да. Вот, а он идет, я трубку бросаю, говорю, Фаро, вот, ну, в общем,
Мы, конечно, за встречу. Это была удивительная встреча, действительно. Я сегодня под легким шафе, но скребу душу черные кошки. Грустно мне в молодежном кафе, хоть вокруг эти милые крошки. Пусть они и глядят на меня с любопытством и даже с охотой. Я для них праздный свет сентября, интересный своей позолотой. Жизнь как сон, не буди ни к чему. Потанцуй, если хочешь, с брюнетом. А мне уже хорошо одному. Поздно, милая, хватит об этом. Не танцую, как прежде в толпе. Я о прошлом совсем не жалею. В одиночестве, как в скорлупе, от шампанского только пьянею. Дай спокойно на мир созерцать, дай уйти от себя ненадолго. Не по мне жеребцом горцевать, пусть шампанское льется, как Волга. Жизнь, как сон, не буди ни к чему, потанцуй, если хочешь, с брюнетом. А мне уже хорошо одному. Поздно, милая, лажа с балетом. Все. Я в угаре хмельном, ослепленный, не чувствуя боли. До последнего здесь за столом, ох, поцарствую, дайте мне воли. Жизнь как сон, не буди ни к чему. Потанцуй, если хочешь, с брюнетом. Мне уже хорошо одному. Поздно, милая. Ну да хватит об этом. Я думаю, что это самая любопытная история вообще в моей жизни, в моей судьбе. Представьте себе, босоногий парнишка, это не тот босоногий парнишка, который в песне там, а реально босоногий. Вот. Из Мулов, это пригород Перми, причем такой деревенский, то есть свои частные дома. Вот. А про пароход вообще невероятно. То есть я даже не представлял себе, что бывает такая работа. То есть я трудоголик и традиционно пахал где-то на трех, на четырех работах одновременно. Меня даже в ОБХСС привлекали и спросили, а ты где деньги взял на машину? Я говорю, заработал. Они говорят, как это заработал? Я говорю, вот так. Я работаю вот в ресторане вечером, там подрабатываю в Доме пионеров с оркестром, на ревзаводе оркестр веду, на электротехническом. Они говорят, ага, и на дневном учишься в институте. Я говорю, ну да. А как это так? Я говорю, вот, знаете, как-то так. Они говорят, это уголовная статья. Это нарушение экзота и так далее. В общем, я неделю в своем же ресторане пел для наших уважаемых гостей. Мало того, пел. Прозвучит такая-то песня. Так я еще и поляну накрывал. Вот. Ну, такие времена были. И вдруг я попадаю на пароход
был такой агит-теплоход, которому, кстати, я дал название. Тогда это было позволено каким-то образом. Назвали мы агит-теплоход наш Василий Каменский. Вот. И я занял там должность начальник агит-теплохода. Более любопытной должности я даже представить не могу до сих пор. То есть я никогда не знал, что такая работа бывает. Я уже сказал, что я трудоголик. 3-4 работы, это язык на плече, все время носишься, куда-то бежишь, стараешься не опаздывать. А здесь мне совершенно нечего было делать. То есть вообще нечего делать. Я подписал маршрутный лист, и все. Дальше есть худрук, там киномеханик, капитан с командой. Они идут по маршруту, а я просто ничего не делаю. Вот там меня как раз и надоумила судьба песни писать. От нечего делать я стал писать песни, а команду свою назвал, группу, назвал «Лоцман». Совершенно понятно, то есть тут речная тема, морская тема. Я вообще очень люблю и моряков, и море, и корабли. Мне кажется, что там есть необъяснимый дух свободы. Есть какая-то мощнейшая романтика. Она тяжелая, мужская, она такая... Вот, но это сильная романтика, когда идешь в небывалые места. На земле собачий холод, а в моей избушке благодать. Оттого и появился повод у огня за лето помечтать. А летом ночи теплые вьюги не метут. Птицы перелетные замерзают тут, тут. Надо бы еще подбросить малость, прогорели с треском чурбачки. Видно, от тепла пришла усталость, вьюга тоже воет от тоски. Да прошагал бы пешим я за версту и версту, чтоб увидеть сторону дорогую ту. Птицы полетят на север, ну а я бы к ним на юг хотел. В поезде тащиться не намерен, я б на самолете полетел. А самолеты быстрые рвутся в высоту. Птицы перелетные стынут на лету. Ту-ту-ту-ту. Холод на земле, собачий холод, ну когда ж наступят благодать? Для моей тоски не нужен повод, мне так долго здесь еще мечтать. А ноченьки чищебные прячут красоту. Птицы перелетные стынут на лету. Ту-ту-ту, 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 ту-ту-ту.
Мне очень хочется рассказать вам про книгу сегодня, которую я отдал очень добросовестно, скажу вам честно, 3 года своей жизни. 3 года раздумий – это срок, ребята. Это серьезная тема. Замыслил я ее, ну, думал, что будет страниц 300-400, на сегодняшний день 2 тома. Вот. Дело в том, что никак у меня не помещались все мои герои в песни. Кстати, и в картины тоже не помещались. Хотя в картины можно было затолкать очень много, там такой сюрреализм сплошной. Вот. А здесь у меня такой простор оперативный, как говорят военные. Книга, ее невозможно пересказать. Одно могу сказать, она остросюжетная. Это не детектив, но там есть что-то от этого. Это не мистика в чистом виде, но там есть и от этого что-то. Это не тщеславие, которое мне очень хотелось бы вот, типа, прослыть еще писателем. Совсем нет. У меня совершенно другая мотивация. Мне не нужна, ну, в таком вульгарном смысле, слава. Вот. И я не хочу, чтобы там меня узнавали на улице. Мне не надо денег за это, но мне очень необходим обратный какой-то импульс людей. Им легче будет прочитать эту книгу, чем мне ее было написать. Поэтому, если хватит терпения, дойдите до конца, а потом можете прислать конверт с деньгами или просто на сайт какое-то пару слов. Вот. Я буду очень рад. Книга называется «Женская философия подарков». Загулял ветерок и на север наведался с дуру. Залетел на чудок рассказать, что идет весна. И с далекой поры будь то свежестью чистой пахнула. По забытой тропой память прошлое унесла. Тогда на улице сирень свела, тогда ночная кутерьма взвала, гитары, звоны, песни до утра торопился жить. Тогда на улице сирень свела, тогда ночная кутерьма взвала, да вот длиннее стали вечера, вечера, некуда спешить. Где попало, кружил, как умел, так и жил немудрёно. От весёлых годков далеконько уж умотал. Там остались цветущие липы, зелёные клёны. И сирень, распустившись, осталась где-то там. Тогда на улице сирень цвела, тогда ночная кутерьма звала, гитары, звоны, песни до утра торопился жить. Тогда на улице сирень цвела, тогда ночная кутерьма звала, да вот длиннее стали вечера, вечера, некуда спешить. Загулял ветерок и на север наведался с дуру. Залетел на чуток рассказать, что идет весна. И с
далекой поры, будто свежестью чистой пахнула. По забытой тропой память прошлое унесла. Тогда на улице сирень цвела, тогда ночная кутерьма звала, гитары, звоны, песни до утра, до утра торопился жить. Тогда на улице сирень цвела, тогда ночная кутерьма звала, да вот длиннее стали вечера, вечера, некуда спешить. Россию посетила революционная тема совершенно не случайно. И я не думаю, что сплошной негатив от революции, от великой социалистической октябрьской России, ущерб и все остальное. Я думаю, что огромные массы, миллионы людей выволокли просто за волосы из деревень, дали почти силком образование, какое-никакое, научили писать, читать. Такую энергию разбудили в России благодаря вот этим людям, которые вышли, ну, из темноты, реально из темноты. И лампочка Ильича — это тоже не бред. То есть индустриализация страны, видимо, как и у людей, так и у стран, особенно уж у нашей страны, россиюшки, у каждой своя судьба. Вот эта судьба у нас такая с революцией. Ну а кто революцию как бы принес к нам в страну, факты исторические известные, я даже не хочу их комментировать. А нам сказали, что они грабители, паразиты начали народом, авторы теорий возмутительных, а наш лозунг — равенство, свобода. И дядя Зася бриллианты заховал от неопытной рабочей власти. Доллары чудак оставил, сплоховал, а от них одни только несчастья. Эй, тук-тук-тук, господа и дамы, тук-тук-тук, отвари смелее, тук-тук-тук, не желая драмы, тук-тук-тук, Лёнька Пантелеев, тук-тук-тук, дамы, господа, вы, тук-тук-тук, любите всех евреев, тук-тук-тук, не желая драмы, тук-тук-тук, Лёнька Пантелеев, ой! Всем стоять спокойненько, пузатики, не евши чеснока, чего бояться? А нас устроят золотые катеньки, мы вовсе не намерены кусаться. А ваша лодка с дыркой хоть и на плаву, да вы же все деньгами провоняли. А если вдруг сюда придет ОГПУ, вам же лучше скажете, отняли. Эй, тук-тук-тук, господа и дамы, тук-тук-тук, отваря смелее, тук-тук-тук, не желая драмы, тук-тук-тук, Лёнька Пантелеев, тук-тук-тук, дамы, господа, вы, тук-тук-тук, любит всех евреев, тук-тук-тук, не желая драмы, тук-тук-тук, Лёнька Пантелеев. Эй-эй! О, Захарвей! На Потёмкинской стоит огромный хвост, длинный, как еврейское изгнание. Опустел когда-то золотой привоз, от него одни воспоминания. А на море сегодня не лафа, а мутит, гадом буду, не уедешь в Ниццу. Как-нибудь всех тетя Резя приютит,
Ну нахрена нам это за граница? Ой, тук-тук-тук, господа и дамы, тук-тук-тук, отвори смелее, тук-тук-тук, не желая драмы, тук-тук-тук, Лёнька Пантелеев, тук-тук-тук, дамы, господа вы, тук-тук-тук, любит всех евреев, тук-тук-тук, не желая драмы, тук-тук-тук, Лёнька Пантелеев, ой! Разногласия, ну, наверное, как у всех в жизни. Хотя здесь тоже, я думаю, нам где-то повезло. Мы с Федей люди противоположных характеров. Он спокойняк, очень такой миролюбивый, комфортный. Я спокойный и ленивый. А Толя трудоспособный и очень такой, очень творческий человек. Экспрессивный. Мне надо все что-то делать, куда-то нестись. Поэтому мы уравновешиваем мою лень с его, значит, с экспрессивностью, можно так сказать. Купола, купола, Бог в России оставил следы, как мала, как мала. Жизнь моя, где закончишься ты? Тишина, тишина. Нынче пляшут, другие поют. Уж сполна я свою выпил чашу, ее не нальют. То в огонь, то в проталину, слава Ленину, Сталину. От Чукотки до Таллина много вышек наставлено. А тут новые барины хуже хана татарина. Исковеркали вновь страну, то в огонь, то в проталину. В кабаках не найти следы молодости. В попыхах, он уж и не в том возрасте. В лагерях нагрузили, что не увезти. У огня, посидеть, покурить, погрустить. То в огонь, то в проталину, слава Ленину, Сталину. От Чукотки до Таллина много вышек наставлено. А тут новые барины хуже хана татарина. Исковеркали вновь страну, то в огонь, то в проталину. Купола, Бог в России оставил следы. Как мала жизнь моя, где закончишься ты? Тишина, тишина, нынче пляшут, другие поют. Уж сполна я свою выпил чашу, ее не нальют. То в огонь, то в проталину, слава Ленину, Сталину. От Камчатки до Таллина много вышек наставлено. А тут новые барины хуже хана татарина. Исковеркали вновь страну, то в огонь, то в проталину. Mm-hmm.
детство у меня, как у большинства людей в Советском Союзе. Вся ребятня ходила босоногой, носить нечего было, есть нечего было, все голодные были. Кусок хлеба с маслечком, сверху сахарный песочек, выходишь и сразу же 41, ем один. А если не успел, тебе там... 48, половинку 40... просим. Федя тоже знает, оттуда же, из того времени. И мое мировоззрение все-таки сформировалось, наверное, на отношении взрослых к детворе, к бездомной детворе. Мы же все время на улице были. Ну, конечно, детский сад с портретом Ленина. Ленин больше всех детей любил, это знаем, он такой там кучерявый был. Вот. Но это тоже, безусловно, я думаю, что этика, эстетика, воспитание какое-то, гуманизм прививался все-таки с детского сада, и пионерия в том числе. Вот. Но основной, конечно, какой-то вот импульс к формированию человека в то время был личный пример взрослых. Особенно вот фронтовики приходили без ног, без рук. Столько коллег было, я вот сейчас очень помню хорошо. Но без всяких там лишних улыбочек, там мальчик хочешь конфетку там или девочка, на тебе бантик. Просто они говорили с нами по-взрослому, то есть как с нормальными людьми. И это чувствовалось. И была ответственность, и не было никакой фальши в отношениях. А вы знаете, мне кажется, сегодня ее перебор. Очень сильно работала идеология в то время. Я помню, когда я зашел, помню, у меня была такая ситуация, зашел в магазин, мне было лет 5 или 6, я думаю, вот бы встретить здесь Ленина. Вот представляете, у маленького мальчика такие мысли в голове. Вот бы встретить Ленина здесь, я был бы счастлив. Я не знаю, хорошо ли это или плохо, но вот так было. Идеология работала просто мощнейшая была. Пахнет хлебушком в доме ржаным и медовым настоем из детства, как окутала чем-то родным, материнским счастливым наследством. Догорает огонь в печи, холодно зимой в ночи, ветер в трубе ворчит, веткою в окно стучит, только душа молчит. Вот я и вернулся, мама, мама. За столом чай пьют мать и отец. В тонкой вазочке тает варенье. Ты куда соскочил, сорванец? Да поспал бы еще воскресенье. Догорает огонь в печи, холодно зимой в ночи, ветер в трубе ворчит, веткою в окно стучит, только душа молчит. Вот я и вернулся, мама, мама. Добрый взгляд. Ах, сынок, ты мой милый заблудший, а глаза глядят, будто хотят рассмотреть и запомнить получше.
Догорает огонь в печи, холодно зимой в ночи. Ветер в трубе ворчит, веткою в окно стучит. Только душа молчит, вот я и вернулся, мама, мама. Горает огонь в печи, холодно зимой в ночи. Ветер в трубе ворчит, веткою в окно стучит. Только душа молчит, вот я и вернулся, мама, мама. Как я перебрался в Москву, это все очень просто было. Я переиграл на всех танцевальных площадках, переиграл во всех кабаках, и мне стало грустно в Перми. Я позвонил ребятам в Москву, они говорят, есть место здесь в Москве, приезжай в Спас. Я приехал, смотрю, там прослушивается какой-то парень. На 12-струнной гитаре играет Николай Носков. Но я тогда не знал, что он Николай Носков. Но его не взяли, взяли меня. Самое удивительное, что до этого я прослушивался в другом московском ресторане на Арбате. И там не взяли меня, а потом взяли его. И мы как потом уже встретились и очень удивлялись как, вкусом наших этих музыкальных руководителей. И вот так очень просто я стал работать в Москве. Снял квартиру, пытался устроиться дворником, но меня не взяли, потому что сказали, у вас слишком высокое образование для дворника. У меня про Москву даже не было ни намерений, ни желания. Как-то, ну, я видел, что многие мои ровесники, там постарше ребята и барышни, очень тянулись к Москве, хотели переехать в столицу. Ну, всякие тут, естественно, как говорили раньше, блага, вот, метро, опять же, колбаса, парфюм. В Перми никогда не было мяса хорошего. Мы очень удивлялись, когда, не удивлялись и злились даже, когда москвичи выбирали кусочки мяса, говорили, не, вот этот кусочек нам не надо, вот надо вот другой кусочек. И это для нас, для пермяков, выглядело очень так, честно говоря, странно. Типа обожрались. Зажрались. Зажрались москвичи. Ну, то есть у меня не было вообще намерений не переехать в Москву. У меня достаточно благополучно сложились условия жилищные. У меня была трехкомнатная квартира в центре города на 11 этаже, на Грузинской улице, прошу заметить. И была машина «Жигули», значит, 11-я модель, за 7200 рублей. Я ее на заводе получил. Но тут появился на горизонте парень, который приехал из Свердловска, нынче это Екатеринбург, Витя Ботинков. Он, ну, я знать не знал, что, оказывается, он писал стихи. И как-то мы познакомились с ним совершенно случайно. Он ставил аппарат в ресторане «Камские огни», а я там что-то немножко пел. Он подошел ко мне с большими глазами, с бородой, кудрявый, как Карл Маркс, такой энергичный, весь в джинсе, весь такой упакованный, что называется. Вот. И очень веселый, кстати. И говорит, слушай, я в жизни не слышал такого тембра голоса, как у тебя. Вот с этого началось у нас знакомство. Я говорю, какого тембра? Мне даже в голову как-то не приходило думать про свой собственный тембр. Я и другие этот тембры не очень отличал там. Вот. Ну, одним словом, что-то там, он говорит, а ты не пробовал писать музыку? Я говорю, ну как-то пробовал в армии, смешно все это, и не для нас. У нас рабочая косточка, пролетарский дух, вот нам бы что-то другое. Он говорит, не-не-не, вот давай я тебе дам сейчас. И, в общем, дает мне такую пачку листов, и эта пачка, ну, я не знаю, там может быть, ну, 100-200. Я говорю, а что с ними делать-то? Он говорит, ну, попробуй вот что-то вот напеть на магнитофон. Я говорю, ну, давай, попробую. И вот как-то так втянулся, благодаря Вите. И, ну, 30 альбомов, наверное, где-то накатал. Я надену кепку и уйду. А куда уйду,
почем я знаю. В этом мрачном жизненном бреду я людей все меньше понимаю. Я уйду по берегу реки в дикие нехоженные дали, где в полях ромашки васильки и людей-то вовсе не видали. Я надену кепку и уйду, больше ничего мне и не надо, и пойду, пока не упаду. Не смеется жизнь моя, не рада. На зеленых покрывалах трав будут сны хорошие мне сниться, красоту и истину познав, запахом цветов смогу напиться. Ночь на дворе, темнота не пройдешь, но кто-то торопит, спеши. Что там начертано, не разберешь нам на скрижалях души. Страданий жернова не скребут железом, а железом не грозит решетками тюрьма. Там не надо бритвой вены резать. Я надену кепку и уйду. А куда уйду, почем я знаю? В этом мрачном жизненном бреду я людей все меньше понимаю. Что касается песни «Скрипач», сложно представить, но это дань уважения моему другу Феде, совершенно уникальному скрипачу со своим каким-то удивительным звуком, с чувством. Вот, он где-то играет иногда просто между нот. Вот, скрипка же очень сложный инструмент.
Ну, так звучит его скрипка, что я других скрипачей больше не воспринимаю. Ну и плюс он великолепно поет. То есть голос у него откуда-то идет вот из этих башкирских, татарских степей. Настолько он сочный, настолько самобытный, настолько красивый. Ну как другу не посвятить песню? Вот и все. А у меня просто была нехватка такой лирических песен. Я то ли сильно попросил, говорю, что-нибудь напиши такое красивое, чтобы девушкам нравиться. Аля, недолго думая, написал песню «Скрипач». Она действительно девушкам нравится. Ну, кстати, это очень большой стимул и сильная мотивация нравится девушкам. Ну, у отдельных альфа-самцов там гора мышц, у кого-то профиль греческий, у кого-то рост фантастический, стройность там за 1,85 м. У нас в Феде этого нету. Вот. Но зато у меня есть гитара, а у Феди скрипка. И нам тоже очень хочется нравиться женщинам, девушкам. Танцуем мы с тобой, быть может, в этот раз. Последний танец свой, не поднимая глаз. Питаемся от всех, печаль свою мы скрыть. Вокруг веселый смех, а нам решать, как быть. Питаемся от всех, печаль свою мы скрыть. Вокруг веселый смех, а нам решать, как быть. Скрипач смычок поднял и улыбнулся нам, как будто все он знал про нас и понимал. И скрипки его звук весь зал заворожил. В нас отозвавшись вдруг, часы остановил. И скрипки его звук весь зал заворожил. В нас отозвавшись вдруг, часы остановил. Заворожил. В нас отозвавшись вдруг, часы остановил. И скрипки его звук весь зал заворожил. В нас отозвавшись вдруг, часы остановил. Танцуем мы с тобой, быть может, в этот раз. Последний танец свой, не поднимая глаз. Питаемся от всех, печаль свою мы скрыть. Вокруг веселый смех, а нам решать, как быть. Питаемся от всех, печаль свою мы скрыть. Вокруг веселый смех, а нам решать, как быть. Черебим, черебом.
Вы знаете, это классика, и, конечно, Федя лучше про это расскажет. Одно могу сказать, что эту песню пели незабвенные сестры Берри, американки. Вот. Ну, тут пришло в голову сделать русскую версию, сделать текст смешной. Вот. Эту песню я услышал еще, когда я играл в ресторане в Пермских кабаках, и ее там пел какой-то эмигрант. А потом мы когда стали уже столь ее разучивать, оказалось, что эта песня посвящена замечательному еврейскому празднику Пурим. У нас, кстати, есть друг по фамилии Пурим, ему большой привет. И вот мы ее вспомнили и немножко переделали текст. Ну, это такой одесский привет, такой привет из Одессы, что называется. Однажды я по Одессе, я вечером гулял, красивые одесские барышня там я повстречал. А слушай, мой красавица, душ мой дорогой, ты мне очень нравишься, будь моей женой. Черебим, черебим, черебом, черебом, черебим, бом, 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 черебим, черебим, черебом, черебом, черебим, бом, 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 черебим, бом, бом, черебим, черебим, бом, бом, бом. По 17 месяцев как женой прожил, но однажды вечером поздно приходил. А моя красавица с другим убегал, деньги мои с вещами тоже утекал. Черебим, черебим, черебом, черебом, черебим, бом, 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 черебим, черебим, черебом, черебом, черебим, бом, 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 черебири, бири, 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 бим, бом, бом, черебири, бири, 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 черебим, бом, 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 бом. Семнадцать месяцев душ мой тосковал, ничего не кушавший я очень похудал. А по Одессе городу больше не ходил, красивый одесский барышня больше не любил. Черебим, черебим, черебом, черебом, черебим, бом, 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 черебим, черебим, черебом, черебом, черебим, бом, 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 черебири, бири, 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 бим, бом, бом, черебири, бири, 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 черебим, бом, 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 бом. Ну, вообще, имя Наташа для меня, оно какое-то само по себе и роковое, и магическое, и фантастическое. Ну, это тоже судьба. То, о чем я говорил с босоногого детства и пермские эти горизонты, попасть из Перми с босяцкими песнями в центральный концертный зал России, это действительно самый лучший зал был Советского Союза. И мы попали вот как раз в концертный зал «Россия», выступали на каких-то концертах. Тогда группа «Любэ» только что появилась. И нас снимают в утренней почте. Мисс «Утренняя почта» — это Юрий Николаев. Ее придумал, и мы там спели. И там среди красавиц была девушка очень симпатичная. Ну, они же там все симпатичные красавицы, в конце концов. А до этого была как раз «Мисс Москва». И Наташа участвовала там. И те, кто победил в конкурсе «Мисс Москва», вот, попали в эту, вот, на съемки «Утренняя почта». И мы туда попали с песней «Черное море». Вот. И там как-то вот мы познакомились. И вот 30 лет прекрасно живем. У нас дочь Оля тоже сейчас песни пишет сама. Вот. И сын Кирюшка, которому уже 11 лет, вроде недавно был, это ему посвящена песня «Дай денег, папа», женушка, и там, конечно, женушка Наташа. И он выступал в Кремле на юбилейном концерте, и Оля там выступала. Она сейчас стала сама писать песни. Я, ну, такой достаточно строгий и жесткий отец,
поэтому хвалить ее не намерен. Это не мое занятие. Вообще, у меня принцип: не веди детей туда, куда не ведут их способности. Вот. Ну, то, что она сделала, кстати, не без помощи старшей моей дочери Лизы, то есть ее сестры, новый альбом, в смысле, вообще первый альбом у них получился. Я, конечно, принимал участие в аранжировках и так приглядывал за всем этим, и даже субсидировал. Вот. Мне думается, что что-то свежее там есть. И в музыке какие-то не те мелодизмы, которые вот были в моей молодости. Я же все это помню, это же недавно было. Вот. И самое главное — в текстах. То есть я не думаю, что наша молодежь бездуховная становится или безголовая. Просто время другое. А темы, по большому счету, те же самые, жизненные, но со своим словом, с кем-то. Меня даже некоторые слова удивляют и даже коробят, что называется. Ну, видимо, какое время такие песни. Судьба моя, сударочка, нежданно и непрошенно дарила мне подарочки, плохие и хорошие. Далекие от невинности, не плакался, не жалился, но если по взаимности, так мы всегда, пожалуйста, поцелуй меня, удача. А захочешь — обними. Ну, а нет, так не заплачу. Кого хочешь — выбери. Поцелуй меня, удача. А захочешь — обними. Ну, а нет, так не заплачу. Кого хочешь — выбери. Всяк за себя дает ответ, молва потом проложит след. И где-то спрятан объектив, раз фото есть и негатив. Я отношусь по-разному к собратьям-то по разуму. Бывало и по-дашкому, но чаще по-хорошему. Поцелуй меня, удача, hey! А захочешь — обними. Ну, а нет, так не заплачу. Кого хочешь — выбери. Поцелуй меня, удача. Что ты? А захочешь — обними. Ну, а не так не заплачу. Кого хочешь — выбери. Душа за братство борется, а ум за деньги мается. Когда же все устроится? Когда же все направится? Кому судьба — молить и ждать, кому повелевать и брать. Да все хотят наоборот, источник счастья — сам народ. Поцелуй меня, удача, а захочешь — обними. Ну, а не так не заплачу. Кого хочешь — выбери. Поцелуй меня, удача, что ты? А захочешь — обними. Ну, а не так не заплачу. Кого хочешь — выбери. Хей! Hey!